Так, оказывается, я еще пропустила один город Донецкой области, город Северск. Славянск, Николаевка, Краматорск. Ой, ребята. Непростая там у вас ситуация. Город Северск. Ну, у вас как-то все стабильно, довольно-таки спокойно. Ну, я на это, во всяком случае, надеюсь, вот на данный момент. Как там у вас сейчас ситуация развивается? Ну, судя по всему, у вас должно быть все очень хорошо. Опять, видимо, будет договорняк, как говорится, договор. И опять выходит императрица. Изначально вышла императрица, и сейчас. То есть в вашем городе все будет хорошо. Ну, как это, насколько это возможно. Я не знаю, что у вас конкретно происходит. У вас столько населенных пунктов в Донецкой области, что у меня уже начинает голова кругом идти. Будут ли боевые действия? Если да, то как будет проходить? Опять солнце, ребята. Ну, судя по всему, у вас все минует чаша сия, так скажем. Все будет спокойно, взвешено. Благодаря вашему руководителю вашего населенного пункта. То есть у меня вот карты показывают, что нет, вас боевые действия, в общем-то, обойдут стороной. Не знаю, как это, судя по тому, что там в том районе происходит, как это вот для вас. Не знаю, ребята, но прямо вы вот как под хранителями. Не знаю даже. Даже очень интересно. Вот кто мне этот вопрос задавал, напишите, что у вас там вообще сейчас происходит. Потому что я говорю, я не верю картам. Одни говорят чересчур много, другие могут не договаривать. Поэтому напишите, что у вас там сейчас происходит в вашем городе. Если у вас, в общем-то, спокойно и умеренно все стабильно идет, то значит так оно и будет. Жду вашего ответа. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!